Похоже, что инспектировать чаще надо не только загородные дороги и так называемые зимники. Не мешало бы проверять и внутрипоселковые дороги Ноябрьска, чтобы таких ситуаций, в которые попал один из жителей нашего города, больше не случалось. Что произошло накануне вечером возле дома 22 по улице Рабочей? В рубрике «Нам здесь жить» рассказывает сам пострадавший. Возвращался вечером домой с работы и попал в это самое, во-первых, темно, не видно, проезжал и попал в промоину. То есть я не знаю, как, кому теперь обращаться, у меня поврежден автомобиль, полностью поврежден бампер, радиатор, вот, загнута решетка передняя, вот, сломалась. Я просто не понимаю, почему, если произошла какая-то авария, почему не взять, не огородить, допустим, это самое. Это же несложно и не затратно, я думаю, по деньгам, то есть... Поставить два железных каких-то этих самых гоника и натянуть ленту, и все. Фонарь не светил, то есть здесь не было видно это самое, и было вот так вот запорошено. Но представляете, вечером, то есть хотя бы даже пленочка какую-то, можно пленочку было вот так вот отсюда вот до сюда натянуть, и тоже она фотоэлементная, да, она это самое видно будет. И вот как ситуацию комментируют специалисты «Энергогаз Ноябрьска». Никаких заявок и никаких обращений в «Энергогаз Ноябрьск» о каких-то технологических нарушениях до обращения журналистов не поступало. Ну и как бы вы же понимаете, что мы не можем около каждого дома поставить дежурного. И зачастую жители сами сообщают нам о каких-то инцидентах, о каких-то технологических нарушениях, за что им большое спасибо. И как бы у нас вот сейчас вызывает недоумение тот факт, почему мужчина сразу же о случившемся не сообщил в аварийную службу. Ведь в такую же ситуацию могли попасть и другие водители. Что касается причины, то в этом месте просто случился засор канализации, и сточные воды начали потихоньку выливаться из канализационного колодца. Заявка к нам поступила в 10:20 утра, в 10:35 уже наши специалисты были на месте, выяснили причину, и в 12:40 засор был устранен. Что можно было сделать еще вчера, если бы мужчина обратился в аварийную службу.